Так как же зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте? Очень просто. Вбиваете vk.com, и, возможно, у вас будет совсем другая картинка, но вам нужно обновиться. Можно через Facebook продолжить, но я рекомендую все же зарегистрироваться. Войти в другой аккаунт, давайте войдем. Здесь посмотрим. Впервые ВКонтакте, моментальная регистрация. Вводите имя. Вы свое, естественно. Если что-то непонятно, можно по стрелочке на вопросик навести. И вот, пожалуйста, объяснение. Заполненная дата рождения позволит друзьям легче найти вас, а также подбирать для вас интересные материалы. Вы сможете всегда настроить видимость вашей даты рождения в редактировании профиля. Что это значит? Если вы не хотите, чтобы видели ваш год рождения, вы можете указать, что показывать только день и месяц. Или вы не хотите даже день, чтобы видели, только месяц. Или вы вообще не хотите показывать свою дату рождения, да и не надо. Отменяете вообще все эти пункты, да и все. Но для регистрации это нужно. Допустим, возьмем от балды, потому что я уже регистрировалась и боюсь, что меня зарегистрируют. Нет, не надо. А любой на скидку возьму год. Продолжить регистрацию. Здесь вы должны указать свой мобильный телефон и поставить вот эту галочку. Я ознакомился с правилами, политикой конфиденциальности, принимаю их условия. Дальше вводите свой номер телефона, кликаете «Получить код», на телефон приходит этот код, и вы его вводите в определенной графе. Тут все предельно ясно. Тут ничего сложного нет. Вы все поймете и во всем разберетесь, я вас уверяю. Сейчас же мне ничего не даст, поскольку я мобильный не ввела. Некорректно пишет. Вот так. Регистрируйте. Можете любой год рождения поставить. Но я все-таки рекомендую не начинать свою жизнь с обмана. Лучше попросите кого-то из взрослых, чтобы они на свои персональные данные завели вам страничку. Просто назовите ее своим именем, поскольку там надо будет ввести свое имя и фамилию, или свой псевдоним, который вы придумаете. Вот так легко и просто регистрируется аккаунт ВКонтакте. На этом пока все. До встречи в новых уроках.